Всем привет, с вами группа Foggy Star, и в этом уроке Photoshop мы будем создавать эффект газетного фото. Создаем новый документ и заливаем его легким серым цветом. Далее идем в меню «Фильтр», «Шум», «Добавить шум» и включаем следующие настройки. У нас должно получиться что-то наподобие вот этого. Далее мы вставляем фото, которое хотим превратить в газетное, сочетанием клавиш Ctrl плюс A плюс S и вставка Ctrl плюс V. Делаем клик правой кнопки мыши на слой с фото и выбираем пункт «Параметр наложения». Далее выбираем параметр «Обводка» и включаем следующие настройки. Теперь снова обращаемся в меню «Картинка», «Коррекция», «Обесцветить» и снижаем дальше значение параметра «Заливка», расположенного в палитре слоев, до 58%, более или менее, как хотите, кому как удобнее. Далее выбираем инструмент «Линии» и рисуем две вертикальные линии шириной в 2 пикселя и цветом темнее, чем фон. Если у вас получилась слишком узкая линия, ничего, беды в этом нет. Просто заходите в меню «Обводка» и обводите шириной в 1 пиксель, 2 пикселя, кому как удобнее. Далее, используя инструмент «Горизонтальный текст», пишем заголовок. Цвет должен быть темнее фона и темнее линии раза в 2. Шрифт должен быть Times New Roman. И в конце нам осталось только написать основной текст. Для него выберите шрифт на свой вкус. Я лично осталась верна своему Times New Roman. И шрифт должен быть обязательно маленького размера. Я использовала 14. Всем спасибо, до встречи. Обязательно вступайте в нашу группу Foggy Star. Заказывайте, смотрите наши предыдущие уроки. И до новой встречи.